Для того, чтобы зайти на сайт и вам был открыт доступ к редактированию этого сайта, необходимо войти в Google Chrome под аккаунтом гугловским. Причем аккаунтом nstu.edu. Здесь предоставлено право доступа вот по таким адресам. nstu.edu.com. Под этим аккаунтом вы должны войти. После того, как вы войдете, слева в столбике оглавления надо будет найти тему, в которую вы хотите добавить видео. Или можно начать с того, что найти это видео, какое вы хотите, по какой-то теме. Например, про рамку с током в магнитном поле. Давайте попробуем найти. Здесь написано «Зайти на авторский видеоканал». Можно по этой ссылке нажимаем на ссылку и попадаем на видеоканал. Видеоканал, правда, открывается на месте этого сайта, так что сайт придется нам снова искать. Ну, найдем. Ничего страшного. Ссылку на сайт я вам пришлю в письме, поэтому легко будет ее найти. В этом сайте надо войти в менеджер видео. И в менеджер видео есть поиск видео на вот именно на этом видеоканале. Поэтому начинаем поиск с того, что вставляем сюда наш запрос. Рамка с током. И нажимаем Enter. Ни одного видео не найдено. Рамка. Ни одного видео не найдено. В магнитном поле. Кольцо с током в неоднородном поле. Слабо расходящееся поле бесконечного провода. Преобразование механической энергии в электрическую. Так, кольцо с током в неоднородном поле. Кольцо с током в неоднородном магнитном поле. Давайте вот это добавим. Как добавлять? Мы открываем и находим здесь кольцо с током. Поделиться. Поделиться выбираем. Не просто поделиться через какую-то соцсеть, а выбираем HTML-код. Он уже выделен, и мы просто нажимаем Ctrl-C. Или копируем с помощью правой кнопки мыши. Идем на наш сайт. У сайта запомнить URL невозможно, потому что это Google сайт. Поэтому мы по истории установим. В следующий раз надо будет предусмотреть, открывать сайт на новой странице. Хотим сюда, прямо на эту страницу. Нет, на эту страницу нельзя, добавить на страницу. Поэтому мы нажимаем кнопку «Добавить страницу» и пишем здесь. Это у нас магнитное поле, да? Магнитное поле. Это так будет называться магнитное поле. Так будет называться страница. Она у нас входит в режим редактирования. И сюда мы можем теперь писать текст. Можем форматировать текст. А можем перейти в режим HTML. Переходим в режим HTML. И у нас запущена та самая строка, которую мы скопировали голубенькую. Такая вставка называется вставка кодом HTML и frame. Обновить. Видео можно пока еще поформатировать. Здесь сдвинуть его влево, вправо, поменять его разрешение на 640, например, сделаем, чтобы пошире было. А видно оно будет после того, как мы сохраним эту страницу. Магнитное поле. Здесь вставлено первая строка в той же самой комнате, но камера была другая, освещенность была другая, поэтому здесь видео вот такое смешное.
Это было 3 года назад, 2011 год. Так, с этим разобрались. Теперь мы хотим вставить в электростатику что-то. Переходим на электростатику. Канал у нас, видеоканал уже открыт. Переходим в режим редактирования. И переходим на этот видеоканал. В видеоканале нам надо попасть опять в режим поиска. Если сюда введем, это будет по всему YouTube. А мы хотим только на нашем видеоканале, поэтому переходим в менеджер видео этого видеоканала. И появляется поиск только по этому видеоканалу. В электростатике, наверное, надо поле нити как раз. Я хотел бесконечно длинной нити, а тут называется поле нити. Уже был такой поиск. Есть теорема Гаусса, теорема Гаусса, теорема Гаусса. Здесь у нас поле. Ну, давайте. А, это теорема Гаусса, это лекции, которые были. Лекции, которые были в прошлом семестре. Поэтому это не более интересно. Давайте попробуем просто теорему Гаусса. Теорема. Просто теорема. Заряженный шар. Теорема циркуляции. Теорема Гаусса. Давай, это лекция. Это самое. Поле заряженного цилиндра без интегралов, поле равномерно заряженного цилиндра, поле в сферическом конденсаторе, емкость сферического конденсатора, теорема Гаусса. Теорема Гаусса с цифрами 2, 1, 2, 4 это были такие ветвящиеся тесты, поэтому мы сейчас их не будем трогать. Емкость сферического конденсатора это была лекция, преломление силовых линий напряженности, про цилиндрический конденсатор опять. Расчет напряженности поля заряженного шара, емкость удлиненного проводящего шара. Опять выбираем поделиться. Переходим в HTML-код. Правую кнопку копировать. И переходим на наш сайт. Ставим в нужное место. Отступив от этого текста немножко. Переходим в режим HTML. Нам придется здесь еще раз. Он стоит в начале. Поэтому перед самым последним тегом ставим нашу ссылку и фрейм. Обновим и сохраним. Видео YouTube у нас сюда вставлено. Можно... Тут у нас, собственно говоря, есть уже заголовок, поэтому, может быть, и не надо больше ничего делать. Если мы захотим сюда же вставить второй ролик, мы должны будем перейти в режим редактирования, нажав на карандашик, перейти в режим HTML, встать. Если мы хотим сверху вставлять, можем сверху вставлять. Если мы хотим вставить в самом низу, то мы должны опять перед закрывающим тегом встать и выбрать то, что мы хотели. Перейдем обратно в эту строку поиск. Тут они все у нас еще есть, сохранились. Теорема Фурье, теорема Гюйгенса-Штейнера. Тут механика какая-то попала. А, но она попала по поиску. Она ищет не только электричество, она ищет здесь все. Емкость удлиненного проводящего вставили. Расчет напряженности поля заряженного шара. Открываем. Щелкнув по названию. Поделиться. HTML-код, правая кнопка «Копировать», переходим на сайт, вставляем в самый конец, сюда вставляем «Обновить». Если мы сейчас перейдем в HTML, то что мы вставили, развернулось сюда. Сейчас уже трудно его редактировать, размеры. Размеры здесь стоят, тут, например, высота 315-560. Сохранить. Заряжен с объемной плотностью, которая зависит от расстояния. Получилось так. В электростатике у нас теперь два ролика. В магнитном поле один ролик. Если мы захотим в магнитное поле вставлять, мы должны будем перейти в режим редактирования, перейти в режим редактирования кода HTML и встать. Если хотим спереди вставлять, давайте спереди вставлять. Значит, найдем еще что-нибудь на магнитное поле.
на магнитное поле, чтобы найти, мы должны перейти на этот канал, в менеджер видео и магнитное поле. Поиск магнитное. Вот у нас была лекция в прошлом году, 22 октября. Ровно, почти ровно год назад. Давайте откроем этот ролик и посмотрим, что было год назад. Я на потолке не буду писать. Вставляю в почту. Написать 13 яр. И пишу сайт для открыт доступ всем для вставки. Если кому-то, у кого-то не будет пускать, да, не давать редактировать, то мне пишите, я вас добавлю в список. Сайт для вставки роликов с видеоканала. И тут сама эта ссылка. По этой ссылке вы зайдете на сайт, и право редактирования у вас уже есть. А ролик, который я сейчас пишу, скринкаст, я его сейчас сохраню и туда вставлю тоже в этот сайт. Вы его там будете смотреть. Тогда удачи вам!